Создание внедорожной транспортной системы подразумевает разработку вездеходов различных классов для наиболее эффективного выполнения всех типов задач по перевозке грузов и пассажиров. Для разведки маршрутов при движении транспортных звеньев, подвоза небольших объемов вспомогательных грузов, воды, питания, газовых баллонов, технологического и контрольно-измерительного оборудования. Для проведения поисково-спасательных действий предназначен снегоболотоход «Харп» классы 4×4, созданный на базе узлов и агрегатов автомобиля ГАЗ-3308. Опыт эксплуатации вездехода на полуострове Ямал показал, что при правильном подборе режимов движения и давления в шинах такая машина практически не встречает на своем пути непреодолимых препятствий, будь то глубокий снег в зимний период или заболоченные участки летом. При этом обучение водителя особенностям управления ВТС занимает не более 5-7 дней. Включение одного ВТС «Харп» в состав транспортного звена более тяжелых и грузоподъемных вездеходов обеспечивает значительное повышение проходимости и средней эксплуатационной скорости звена за счет возможности выбора и разведки оптимального маршрута движения. Внедорожное транспортное средство «Харп» в базовом исполнении оснащено тентованной грузовой платформой и пятиместной кабиной, которая в северном варианте имеет дополнительное утепление и автономный отопитель, а в тропическом комплектуется кондиционером и термоизолированной емкостью для воды. В кабине расположены средства навигации и связи. Проработаны варианты конструкции ВТС «Харп-Р» с двухместной кабиной в различном исполнении. Грузовой фургон, вахтовый автобус на 15 человек, кунг для размещения различного оборудования, в том числе медицинского и аварийно-спасательного. Важной конструктивной особенностью ВТС «Харп» является возможность преодоления водных преград сходу без предварительной подготовки. Это особенно актуально при первичном прохождении маршрутов по льду, водоемов зимой и по болотам летом, так как исключает риск затопления вездехода при внезапном попадании в проталину или на глубокий участок. Движение ВТС «Харп» на плаву осуществляется за счет вращения колес. Скорость при этом составляет 5 км в час. Для выхода на берег в условиях сложного рельефа может использоваться передняя тяговая лебедка. ВТС «Харп» имеет полную массу 6 тонн, грузоподъемность 1,5 тонны, дизельный двигатель D245-7E3 мощностью 122 лошадиные силы позволяет развивать на твердых участках грунта скорость до 50 км в час. На сложных участках со слабонесущими грунтами скорость движения может составлять до 20 км в час. Узлы и агрегаты трансмиссии вездехода «Харп» защищены от перегрузок, связанных с установкой колес большого диаметра за счет применения специальных бортовых редукторов. Для защиты двигателя и переднего моста ВТС от ударов о препятствия смонтирован поддонно-отбойник, который также служит для размещения водоизмещающих блоков. Высокий дорожный просвет, сравнительно небольшая полная масса, оптимальное распределение нагрузок по осям и высокоэластичные шины большого диаметра обеспечивают вездеходу «Харп-Р» уникальные показатели опорной и профильной проходимости.